Вон наш Пако Кабана. Самый распиаренный проект. Много золота. Дорого-богато. Такая вот башенка. Сейчас посмотрим квартирки. Так, это проект Пако Кабана 2 или еще Риф. Ну, здесь еще можно купить квартиру в рассрочку по более-менее меняемой стоимости. Квартиры с фронтальным видом есть, конечно, и обратно, но это не очень интересно. Строят более-менее качественно, конечно, золотишко слишком много, но это нравится нашим китайским товарищам. Купают русские, китайцы, индусы. Такая стилистика. На любителя, конечно. Но выглядит не очень вычурно. Даже где-то гармонично. Быстро как в Большом театре. Это у нас 46 метров. Ну, это уже так прям. Прям уже можно даже и ходить. Угу. Балкончик достаточно большой и джакузи на балконе для полного релакса. Просторненько, достаточно. Так, второй бассейн Infinity, 40-й этаж, перед этим были на 59-м. Ну, тоже высоко. Релакс-зона. Беседочка. Большое количество квартир. Кондо, но не ощущается. Так, тут у нас спортзал на третьем этаже. Просторненько. Комфортно. Так, это у нас уже 80 квадратных метров. Одна спальня. Шкафчики, душ, туалет, балкончик. И куда? Дверка. И свой бассейн. Прямо на крыше. Такая вот красотища. Душик тоже в золоте.
симпатично, кайфово. И по сравнению с Арабскими Эмиратами раз в 10 дешевле. Ну, в 7 точно. Такая квартира 80 квадратов, 14 миллионов бат, грубенькая, 350 тысяч долларов. Никаких вам верблюдов не надо, слоны есть у нас, песка мало, зато зелени много. И толерантное население. Так, это бассейн у нас на 30 этаже. С бассейнами все в порядке. Вот дома, дома. С наступающим вас, дамы. Спасибо, вас так же. Не тесно. В новогодний период максимальное количество сейчас клиентов и владельцев приехало, и аренда, естественно. Но комфортно. Комфортно. Насчет душевая.